Друзья, привет! Приветствую на канале. Ой, посмотрите, сколько навалило снега в Алма-Ате. Для нас это, конечно, сейчас пойду чистить. Крыши все завалило. Но, слава богу, снег кончился. Пойду сейчас чистить. Это вот у меня вот тут даже на балконе столько снега лежит. Все чистятся, все. Вот видите? Судя по крыше, сколько много. Для Алматы это очень много. В общем, а цветочки мои герани вот обработала. Половина вот пропала в этих горшках. Видите, вот стволы тут, пока меня не было в отъезде, стояли, света не хватало. Вот сейчас поставила сюда, к окну. Ну, только сеткриазия хорошо, так она растет прям. Хорошо. Ну вот в этом ведре нормально. Вот маленький фикус Бенджамина растет. Вот тоже. Но солнца мало. Сейчас у нас какое? 22 декабря. Вот, вот здесь тоже. Вот денежное дерево. Вот. Одно, второе тоже уже заваливается и подпорки. Ничего не помогает. Тяжело. Надо обрабатывать, от тяжести падают. Вот так. Ну, хотела вам показать, в принципе, нашу погоду, нашу природу. Вот видите, даже все провода, и то все провода висят. У меня на перилах снег, а во дворе вообще. Папа прибаливает, надо чистить самой. Вот я сегодня снег-то покидаю. Покидаю. Но еще потом сниму вам кусочек оттуда. Вот так, ребят, снега навалило. Вот машину мою все засыпало. Вот сюда, где здесь виноград лежит сложенный. Вот здесь под навес. Я закидываю снег. В принципе, снега, ну как, не так много. О, Белочка любит об наш недоделанный фундамент почесаться. Алабай мой. Что, вкусно было? Вот. Ну, в принципе, немного, но для Алматы это как бы много. Если учесть, какой двор. Так, вроде видите, как туда тоже до ворот, и там все надо почистить. Ну, так что мне сегодня потихоньку на целый день. Кидать, конечно, мы уже отвыкли, потому что у нас бывает здесь снег нечасто. Посмотрим, как в этом году. В прошлом году, наверное, столько за всю зиму было. Но у нас сейчас декабрь. Вот. Белоня. Красавица моя, а? Красавица моя. Чё? Ты моя хорошая. Ты моя лобайха. Вот. Вот. Жрата лобайха, это, конечно, ай да ну. Но собаки у нас тут в Казахстане нужны. Как без собак? Всю жизнь у нас собаки. Вот, ребят, смотрите, стоят баллоны для воды. Воду покупаем в баллонах. Питьевую. Вот, чищу мой полисадник. В полисаднике, кстати, прекрасно растет петрушка. Вчера только срывала ее. Позавчера, вернее. Вот. Фух, запыхалась. И приходит мысль. Прямо охота снегоуборочную машину. Но у нас, конечно, не Сибирь, не Алтайский край. Вот. Такое бывает редко, конечно, экономически невыгодно. Вот. В принципе-то выпало немного. Вот тут я виноград уже вот так завалила. Хоть машину маленько почистила. Это вот у меня девичий виноград. Видите, вдоль стенки сам растет по себе. Вот, на газовых трубах лежит снег. Вот так маленько даже с крыши капает. Вот так. Прям хочется иногда купить снегоуборочную.
Ну ладно, разминка, будем чистить дальше. Нам еще чистить и чистить и чистить. Хорошо, что двор-то небольшой. Вот. А, вот, ребят, показываю вам в окне. Так у меня зимует герань. Вот фикус Бенджамина небольшой стоит. Сад, конечно, зимний у меня не очень в этом году, потому что я же уезжала. Вот она, хлорофитум висит. Вот так. Ну, видите, стекла большие и вроде как хватает света. Хотя вот здесь подсыхает, но мне с той стороны как бы не подлезть. И вот даже, видите, она цвела, вот еще цвет набирает. Вот, мало-мало, конечно. Ну вот еще полно. Поливаешь. Так что скоро она зацветет. Сегодня 22 декабря. А уже будет день, начнет прибывать. И уже там весна. Еще, может, с дома что-нибудь вам сниму. Вот, ребята, еще хотела вам показать свою плетущуюся розу. Вот видите, засохли розы. Ну, до самых морозов. Вообще она все лето цвела. Такая мощнейшая, такой куст. Вот смотрите. Мощнейший. Вот. Ну и вот уже там наверх, на ворота, на забор. Но это я и сама хочу, чтобы они вот эту дурацкую трубу газовую, чтобы маленько прикрыла. Ну вот сейчас вот, видите, перед воротами что творится. Уже вышла за ворота. Сейчас счищаю и укрываю свою розу. Сегодня морозец будет минус 12. Вот здесь у меня туя книжка, а там туя смарагд, а там дальше. Ну, сейчас, конечно, все уныло и убого. Ну, как есть, ребят, вот так. Закончила я чистить, ребят, на улице руки, ноги трясутся. Но я решила закончить видео, немножечко вам показать свой, как говорится, зимний сад. Вот, конечно, он у меня немножко в плачевном состоянии по сравнению с прошлым годом. Но еще все впереди, восстановим. Просто в отпуске была, поэтому 3 месяца, почти 3. И поэтому вот я вам хотела показать лимоны. Вот осталось 6 штук висит. Видите, здоровющие, здоровющие сорт. Вот этот еще больше. Вот, но в этом году порадовало. В прошлом году штук 14 было или 11. В этом 20 с лишним лимонов. Вот только пока я там была, висело 14. Осталось сейчас 6 лимонов висеть. Остальные спеют, потихоньку как бы даже падают. Вот. И сейчас, ребят, покажу вам другой лимон. Вот, ребят, я как-то летом снимала видео и говорила, что это вот дичка выращенная. Ну, как бы с косточек с папой мы вырастили. И как блогеры там говорят, лет 16-20 свести она не будет. И вот представляете, я так и говорила, что я ее стригу, и как бы она у меня как декоративная идет. Ну, думаю, ладно, декоративная, да декоративная, уже большая. И представляете, ребят, пока я была в Америке, она зацвела, вот видите, висят. Да так цвела, вон видите, на ветках малюсенькие-малюсенькие вот висят. Вот. У меня теперь подозрение, что это даже не лимоны, а мандарины. Столько их много, правда, я не знаю, сколько их останется. Вот они, видите, малипуськи. Вот, очень-очень много. Папа сказал, что он сам, говорит, смотрю, что-то все дерево обсыпано. Вот на молоденьких ветках, те ветки я вот не успела обрезать перед поездкой. И вот на них она дает много. Вот, ну, снизу вот я вот тут, например, ну вот, вот есть, немножко есть, видите, вот, немножечко есть. Что это, непонятно. Ну, в общем, вот вам и пожалуйста. Но этому дереву, наверное, лет... Ну, меньше 10, наверное. Меньше лет 8. Вот так. Вот этого, вот этому деревцу. Вот видите, какой у него ствол. Вот этот лимон. Вот. А вот этот лимон, вот второй, этот не цвел.
Вот это стоит полуголый, это гранат. Гранат. Ну и вот так вот где-то выглядит мой зимний сад. Я сделаю отдельно по нему специальный рум-тур. Сейчас только немножко его в порядок приведу, как говорится. Вот, и тогда вам сделаю рум-тур по зимнему саду. Вот видите, ситкриазия. Тоже плети выпустила, надо все спустить, обобрать, оборвать. Вот, шифлера стоит. Это молочай трехгранный, это молоденький. Вот видите, какой молоденький. Ну как, ему года ну, около трех, наверное, внутри еще нету. Вот, это денежные деревья. Я их буквально стригла 3 месяца назад перед самым отъездом. Перед самым отъездом. И вот, ребят, смотрите, видите? Вот прищипочку сделала. Вот она выпускает по 2. По 2 солнца хватает. Ну, тянется к солнцу, конечно, но ну, вот так. Хлорофитумы. Ну, из-за теплых полов подсыхают, конечно, немножко. Вот. Вот так. Снег он за оградой. А, кстати, вот, ребят, теплица стоит. Мы, здесь были огурцы у нас. И мы взяли осенью, посадили, выкопали. Вот здесь на грядочках у нас петрушка росла, посадили. Петрушка там есть, представляете? Я даже вот позавчера нарвала перед снегом. И даже слизняка увидела. Думаю, ну зараза, даже его тут ничего не берет. Откуда он взялся? Прекрасно прижилась, тоже можно снять потом. Ну, тоже сниму, покажу вам. Ребят, вот это показываю зимний сад с обратной стороны. У меня есть еще вот здесь, тут, ну, убрано вот такой остров, как бы. И здесь у меня стоят более тенелюбивые. Это циперус, вот он растет. Вот. Хлорофитумы, вот они висят, видите там. Ну, здесь драценки и... Сансеверии мои, вот долларовое дерево вот там видно просвечивает, да. Ну и вот это вот как бы тоже все там лес моего зимнего сада. И вот, ребята, я вам хотела показать. Купила вот такую штучку, увлажнитель воздуха. Он, конечно, дует хорошо. Но на нашу комнату, на эту надо таких их 5 на весь зимний сад. Ну, каждый день почти постоянно работают. Вот сейчас кончилась вода, я отключила. Он, вернее, автоматом отключается. Вот, я заполняю на 3 литра, и вода дует, потому что теплые полы невозможно, жарко, все сохнет. Вот, все сохнет. Ну и вот, ребят, сниму свои молочаи трехгранные. Вот, смотрите, какое. Вот дерево 2. Ой, дерево, дверь 2,40 где-то у нас. Высокая. Я вот даже вот рукой не достаю. У меня 1,72 м, где-то 2,40 м. Потолки у меня 3 метра. И вот он, вот уже видите, осталось сантиметров 5. И он достанет до потолка. Вот. Ну, мы вот так вот его подвязываем. Но думаю, надо тоже за ним немножко поухаживать. Вот эту, например, убрать. Ну, ветку. Может быть, вот эту даже немножко, она в сторону как-то растет, чтобы не заваливала. И вот второй. И второй, пока меня не было, ребята, он сантиметров 20 вырос. Вот смотрите. Тоже он падал у меня в этом году. Я посадила его в большой горшок. У меня есть видео на канале, как я его там этот пересадила. Все. Тоже падал. И вот он, как он попер опять. Как попер, растет. Видите, как? Вот. Вот этому кактусу, наверное. Ой, кактусу, ну, наверное, не совру. Не меньше, наверное, 15 уже лет. Да, где-то лет 15 ему вообще, как говорится, от роду, да? Вот, вот такой он. Ну, вот он в этом году, наверное, вот вырос. Вот на вот это вот все он подрос. Вот. Тоже стал сильно расти. И кактус опунция. Вот мы его, конечно, в этом году сильно пообломали. Он сам, вернее, пообломился. Вот видите,
Вот где пообломился, и вот здесь снизу уже сами стволы такие задеревенелые, видите? Вот они, задеревенелые. И вот он где отломился, он выпускает новые. Вот. И мы его выбросили на компостную кучу, а он там прижился и растет. Ну не знаю, вот сейчас проверим, как он перезимует у нас в компостной куче. Вылезет или не вылезет. А это алоэ, алоэ вера. Вот он весь тоже в детках. Вот это вот, видите, вот его длинный-длинный ствол. Но я из него, если честно, ничего не делаю. Ну вот так, ребят, заканчиваю такой мини-обзорчик своего зимнего сада. Потом сделаю вам более подробный. Дайте неделю обыгаться. Сегодня руки-ноги трясутся после снега, пока все почистила. Вот, какие тут вышивания крестиком. Творчества точно сегодня не будет. На этом все, ребят. Не жалко, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.